Всем привет! Сегодня мы будем делать банановый тортик, как английский тортик, только похож. Значит, начнем с того, что мы мнем вилочкой два банана. Вот помятые два банана. Теперь мы добавляем сюда два яйца. Вот я добавила два яйца. Сейчас я добавляю стакан сахара. После сахара надо добавить 100 грамм маргарина. Но так я не хочу маргарин, я его добавляю вот столько, где-то полстаканчика растительного масла. И сейчас добавим 2 стакана муки. 2 стакана муки и пакетик разрыхлителя. И после этого все хорошенько перемешиваем и выливаем в форму. Вот так вот это выглядит в форме. Вот такая у нас небольшая формочка. Теперь берем и ставим в преразгретую духовку на 180 градусов, где-то 40-45 минут, может быть даже 50, посмотрите до готовности, можно проверить зубочисткой. Вот так вот выглядит наш банановый тортик. Немножечко его передержала, не услышала, что зазвенел будильник. Ну ничего страшного. Вот, всем приятного аппетита, до новых встреч!